Минусовые температуры и снег. Такой прогноз дают синоптики на эту неделю. При этом завтра в Красноярске начнут отключать отопление. Когда ждать заморозков? Прямо сейчас расскажет специалист гидрометеоцентра Иван Гордеев. Иван, добрый вечер. Погода сегодня днем испортилась. Обещают минус по ночам. Но при этом отопительный сезон завершают, потому что в мэрии считают, что среднесуточная температура все равно будет выше 8 градусов. Чего ожидать красноярцев? Не замерзнем? Добрый вечер. Ну, период с низкими значениями температуры будет недолгим, и по ночам температура воздуха, если будет опускаться ниже нуля, то совсем ненамного. Ну, а сейчас в тропосфере действительно преобладают воздушные потоки западного направления, и тем самым нам волей-неволей придется встретиться с холодным воздухом с европейской территории. Там он действительно сломал стереотипы столичных жителей о майской погоде. Во многих регионах он обновил исторические рекорды температуры воздуха, а у нас же похолодание будет несколько мягче. Сегодня мы действительно стали свидетелями, скорее всего, самого теплого дня на этой неделе. По данным метеостанции на Копылова, воздух сегодня прогревался в полдень до плюс 22 градусов. Сейчас немного похолодало, плюс 14. Показания термометра накрапывает небольшой дождь. Связан он с приходом севера, со спуском севера полярного фронта. Небо закрыто плотной облачностью. Скорее всего, эта ночь также сохранится дождливой. Завтра осадки пойдут на спад. В первой половине дня ждем прохождения холодного атмосферного фронта с небольшим усилением ветра. Начнется похолодание. Днем ожидаем, что воздух не прогреется выше плюс 15 градусов. В среду и в четверг еще есть вероятность небольшой осадков. В пятницу ожидаем их прекращения. Похолодание в эти дни усилится. Самым холодным днем в городе ожидается четверг. Днем всего лишь около плюс 8 в дневные часы. А вот по ночам в четверг и в пятницу температура воздуха пока предварительно будет опускаться до нуля. Но при прояснениях в городе, а в окрестностях, скорее всего, возможен и слабый минус. И также не исключен в эти дни и небольшой снег. К концу недели этот холод отойдет на восток. Предварительно на выходные ожидаем вновь наступления дождливого периода и потепления в дневные часы, пока до плюс 15. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Илья?